Всем привет! Меня зовут Женя, это мой коллега Бусь, и сегодня мы хотим снять первое видео для нашего канала. Канал будет о творчестве, рукоделии, вязании, вышивке, шитье, ну, может быть, о кулинарии. Посмотрим, что у нас получится. Да, Буська? Да. Мы сегодня коротко расскажем, для чего нам этот канал. Отпустим нашего коллегу, жутко занятого, он пошел вязать. А мы с вами поболтаем. Итак, канал будет о творчестве. Я очень люблю вязать, вышивать. И мне хочется поделиться с кем-то, а именно, наверное, с вами, тем, что у меня получается. Я мама в декрете, общения недостаточно. И хочется не только пообщаться, но и развиваться. Поэтому вести канал — это можно поставить знак «равно», научиться монтировать видео и держаться перед камерой. Почему бы и нет? Умения, по-моему, очень нужные и важные. Поэтому я решила завести канал и вести такой маленький видеоблог о своем творчестве. Конечно же, пока я буду все это снимать, показывать, вы будете говорить мне свое мнение, я буду что-то думать, развиваться, учиться чему-то новому и показывать это вам. Таким образом, я буду повышать уровень своего мастерства и развивать себя как мастера, как человека, увлекающегося рукоделием. Поэтому я здесь. Но не будем долго об этом болтать. Хочу сказать, о чем же будут видео на моем канале. Видео будут о вязании, это готовые работы, это процессы. Вероятно, мастер-классы, но не сейчас. Сейчас будет очень много ссылок на мастер-классы других девочек, потому что вязала в основном по ним. Сейчас появляются собственные идеи, которые хочется воплотить и поделиться ими с зрителями. Поэтому будут сначала обзорные видео, а потом снимем, может быть, мастер-класс. И посмотрим, получится у меня это или нет. Что еще? Будут теги, будут болталки. Мне кажется, набить руку на тегах и болталках на монтаже видео будет неплохой идеей. Поэтому такого рода видео будет достаточно много, особенно в начале ведения моего канала. Буду рассказывать о вязании, о вышивке, если я вернусь к шитью, то и о шитье. Конечно же, в моих видео будет мелькать мой пушистый помощник, мой коллега, который не отходит от меня ни на шаг. Я думаю, он вам понравится, и вы тоже с ним подружитесь. Пусть он и очень характерный молодой человек. Вот, это все, что я хотела вам сказать для начала. Не буду долго затягивать. Скоро выйдет первое видео, более информативное, интересное. И я думаю, мы с вами подружимся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам интересно, что из всего этого получится. Ну, а теперь точно пока.